приветствую гостей и подписчиков канала «Цой кино, как это было на самом деле». Сегодня, ребят, хочу обратиться к вам с одной небольшой просьбой. Еще 22 мая этого года я начал строить собственную студию для канала «Цой кино, как это было на самом деле». Почему? Потому что группа кино – это тема серьезная. И делать ее абы как, на коленке, непонятно в каких условиях – это нехорошо. На данный момент то помещение, в котором создаются выпуски для моего канала, я даже не скажу, где я это делаю, хотя мои друзья об этом знают. Если вы узнаете, вы будете дико смеяться. Поэтому я лучше это рассказывать не буду. Работа, ребят, немножко приостановилась по той простой причине, что у меня нет необходимого материала для того, чтобы закончить стены. Если я не сделаю это в течение месяца, то работу придется остановить до весны и продолжать работать, опять же, в тех же ужасных условиях. Времени по запасу у меня около месяца, потому что через месяц наступит холода, и монтажная пена уже не будет застывать. Деньги у меня на студию были, но, в общем-то, я сейчас нахожусь в другом городе. Почему? Потому что я ехал на встречу с одним человеком. Потому что я пообещал этому человеку отдать очень серьезные, интересные подарки. Но встречи это не произошло, к сожалению, деньги я проездил. И, в общем-то, сейчас я еду уже домой. Вот. Ну, если этот человек меня сейчас слышит, хочу сказать, что я, в общем-то, не обижаюсь. Наверное, были на то какие-то свои причины. Также хочу сказать, что подарки эти никуда не денутся. Как они лежали, так и будут лежать. Могу передать их или как-то, я не знаю, ну, в любой момент, любым удобным способом. Я не знаю, но честно, я не обижаюсь, и никуда я их не дену. Они лежали, так и будут лежать. Никаких обид, никаких там прочих таких моментов ни в коем случае. Всегда нужно стараться понять другого человека, а не зацикливаться только на себе. Я вот считаю так. Если я сейчас в такую ситуацию попал, ну, наверное, это для чего-то нужно. Так вот, ребят, я хочу вас попросить о том, что если у кого-то есть возможность хоть как-то поддержать канал, прислать какие-то там 10-50 рублей, это бы очень значительно помогло, и уже где-нибудь месяца через два я бы все это закончил и начал бы уже создавать выпуски для своего канала, но в человеческих условиях, а не в том помещении, в котором я работаю на данный момент. Ну, а сейчас, наверное, загружу еще один новый выпуск.